Всем ассаламу алейкум, друзья. Мы после чемпионата записываем это видеоролик для вас. У нас настроения вообще нету, потому что мы не оправдали ваши ожидания. Мы принимаем свое достойное поражение, четвертое место. Никакие отмазки, ничего нету, братва. Мы каждый день, днем и ночью тренировались, делали аналитику, работали над своим ошибками. Все у нас было очень хорошо, настроены были, тренировались. Ну что поделать, не получилось у нас. Если есть у вас какие-то варианты, там, скажите нам, для нас это будет опытом. Вот, не знаю, все что угодно делали, но не получилось. Взяли вот такое четвертое место. Мы достойно сражались до конца, все было четко, нормально, без морали, ничего не было. Все четко, общались и так далее. Для этих ребят Москвина Зайца, это был первый турнир. Я не ожидал, что они так дальше сыграют. Они очень хорошо повели себя, очень достойно сыграли друг друга. Каждый раз вот после третьего раунда мы вообще внизу были. Мы верили в себя. Главное, что мы верили. И в четвертом катке мы проснулись и взяли топ-1 и поехали дальше. Ну, чуть-чуть не хватило нам, друзья. Я знаю, что у нас была очень большая поддержка. Я знаю, что очень много людей болели за нас, за Сингулярити. Всем, кто болел там в Инстаграме, везде, Ютубе, везде нам писали. Очень много сообщений было. Ну что поделать, спасибо вам в первую очередь. Всем, кто переживал, болел за нас, молился. Все, короче, я не знаю, что еще вам сказать. Просто нет слов, братва. Если мы не ожидали ваши ожидания, там, извините нас. И так далее. Мы в следующем году вернемся и покажем мастер-класс. В этом году? В этом году. Микатио, Москве, скажи что-нибудь. Вот, кстати, я просто подчеркнул все слова, которые сказал Хали, да. Могу сказать лишь только то, что мы правда хотели хорошо показать себя. Но как говорится, знаете, как говорится обычно, там, но не сегодня, вот, но не вчера. Не получилось и фартануло. Ждем третьего сезона Бру-лиги и ждем три слота в чемпионат, где будут Сайленсы, Сингулярити и сборная ЧЕ. Всем спасибо, братва. И еще, я видел, как мы не прошли, все там, как мы все мы полностью были в плохом настроении и так далее, там говорили, типа нет смысла смотреть финал без Кадиру, без Сингулярити и так далее. Нет, братва, Сайленс тоже из нашего региона и так далее, братва. В финале они 30-го будут сражаться, представлять наш регион. Давайте все вместе, дружно будем болеть за Сайленс. Все пишем Сайленс, стоп. А я что хочу сказать вам, если вы хотите, чтобы я дальше тут снимал, а мы с Сайленсом вместе поедем домой после окончания финала, поэтому если вы хотите, чтобы я дальше снимал для вас влоги с командами и так далее, как мы отдыхаем, как для вас Сингапур показывает и так далее, обязательно напишите комментарии. Спасибо всем тиктокерам, инстаграме, которые всем писали, ВКонтакте. Огромное вам баркала, друзья. Я не знаю, что дальше сказать про това. Всем спасибо за просмотр. Кто не с нами, тот не с нами. Все очень серьезно биты, может давить, можно, мы как раунд заново. И все-таки это топ-1 сборная. 11 киллов у сборной Чечни, что это было? Через силу. Ребят, ну просто сборная так, Чечни, ты понимаешь, да? Все, чемпионы. Братва, а сейчас мы идем купаться. Будем купаться и так далее, там разные игры будем играть, смеяться и так далее, чуть настроение поднимать. Всем приятного просмотра, едем дальше, братва, спасибо вам за поддержку. Братва, на эту красоту посмотрите, со скрыши, это Марина Бэйнс, машаллах, вот такая красота у нас. Вот такие корабли, просто оцените, просто шедевр, машаллах. Скоро еще много контента будет, братва. Так что ждите. У вас только поддержка, друзья, и все. Одна старание для контента для вас. Все, братва, мы сейчас едем в бассейн купаться. Пошли, Данил. Раз, два, три. Русский год.
будет прикол, если Халин первый вынырнет. Кто не пустал? Больше не будет. Нечестно это. Вот футболиста дыхалки нету вообще. Бля, давно не тренировался. А у него случайно этого нету, как его там? Водолаза, как его? Чабалар. Ты выжил. Кобра, буя! Буя! Я напрыгнуть туда его. Чемпион! Чемпион! Чемпионы! Чемпионы! Раз! Два! Вестер! Раз! Два! Три! Проблема у меня. У меня глубокое останавливает. И все, что не останавливает. Вот кино снять. Давай кипать водой. Два. Три. Ну я же пиру, да? По идее, да. Ты что, снимаешь? Да. Почему? Просто снимать захотел. Скоро, какие ощущения? Когда ты больно? Ты готов? Сейчас все нормально, отдохнули, спукались. Вот такие дела, братва. Спасибо всем за просмотр. Сейчас идем на свои номера, что-то отдохнем. И завтра все вместе будем болеть за Silence. Спасибо всем, братва, за поддержку. Я просто, я не знаю, что еще сказать вам, просто не передают эмоции. Такая красота у нас, маша Аллах. Хвала Аллаху за все, что нам дал. Чья сила? Чья сила? Сингуляр это чья сила. Кто не с нами, тот не с нами. Silence тоже сила. Ну то, спасибо всем за просмотр. На этом все. Мы едем в комнату.